вы думаете, дадут ли мне премию «Золотой обзор средств для повышения потенции»? Думаю, что дадут, потому что все средства я тестирую на собственном муже. Поэтому, ну, так сказать, знаю о их эффективности из первых уст. И вот когда я увидела у себя в кабинете вот эту бутылочку, у меня, конечно, было желание в который раз вывесить объявление перед кабинетом, что я цветы и конфеты не пью. Вот. Но когда оказалось, что это лечебное средство, я поумерила свой пыл. Ладно, думаю, рассмотрим мы ваше предложение. Смотрю, здесь написано пантогематоген. Ого, думаю, напоминает мои любимые детские шоколадки гематогенки. Мама все время приносила нам их из аптеки, мама моя была врач. И она, конечно же, хотела, чтобы у нас был хороший гемоглобин и не было анемии, поэтому все мое детство прошло под знаком гематогена. Нам их давали в школу, мы делились ими с друзьями и ели этот гематоген. Кто бы мог подумать, что гематоген, он на самом деле из крови делается. И он делается из крови, конечно, не иудейских младенцев. Он делается из крови марала. Маралы – это такие олени в Алтайском крае. Кстати, они занесены в Красную книгу, поэтому... Вот это уникальное вещество, которое содержится в этой бутылке, оно поистине уникально, потому что сам выпуск этого средства ограничен ввиду ограниченной численности этих маралов. В общем, для чего нужен пантогематоген? Если вы хотите, чтобы половой член у вас стоял также таким же костяным образом, как рог у марала, вам нужно, конечно, принимать в пищу пантогематоген. Итак, кроме крови марала, что здесь еще содержится? Здесь еще содержится уникальная комбинация алтайских травок, которые со времен еще Советского Союза выращиваются там в хозяйстве, на специальных полях, в специальных условиях, с соблюдением всевозможных там необходимых комбинаций. Там эти травы не могут расти на одном поле вот с теми, поэтому их там специально как-то инкубируют, выращивают, засушивают определенным образом. И как в советские времена еще по прописи лекарства делали, вот так же точно по прописи делают это средство. Но что самое интересное, оказывается, Алтайский край продает свою продукцию в Китай. И когда об этом узнал, долго хохотал, потому что Китай, по-моему, экспортирует все, что только можно. Там от ручек до мобильных телефонов и там всевозможных, не знаю, машин. Но что-то я ни разу не слышала, чтобы из Китая вывозили средства для повышения потенции. Сами пьют китайцы. Ничего-ничего, у нас тоже будет потенция высокая, гораздо лучше, чем у китайцев. Итак, как эту вещь принимать? Принимается она по одной столовой ложке два раза в день. Одной этой бутылки хватает на месяц. За счет большого количества антиоксидантов, которые содержатся в травах, на основании которых настоен этот пантогематоген, этот препарат не только улучшает выносливость, повышает мужское желание, но и обладает высоким противовоспалительным средством, нормализует уровень холестерина за счет регуляции уровня фосфолипидов, за счет того, что холестерин направляется в сторону своих хороших жиров, в сторону обмена. И также он способствует улучшению состояния половой сферы не только у мужчин, но и у женщин. Все помнят, конечно, что тестостерон и эстроген, они вообще-то из одной молекулы производятся. Просто сначала в этой цепи химических реакций получается тестостерон, а потом эстрогены. И вообще мужчина и женщина – это один и тот же человеческий вид. Поэтому что хорошо мужчине, то же самое для здоровья, выносливости и жизненных сил хорошо и женщине. Поэтому пантогематоген, он для всех. Я вот думаю... Чего это мужу-то потенцию повышать? Мне же тоже надо как-то работать, все успевать. Самой, что ли, его попить? Друзья мои, также не забывайте о том, что, к сожалению, очень многие городские жители покупают продукты в супермаркетах, где содержатся трансгенные жиры, генномодифицированные продукты. Сейчас очень много мужчин и женщин, которые подвержены каким-то странным течениям, типа веганства, вегетарианства и так далее. Я на приеме вижу очень много людей, страдающих анемией, страдающих последствиями витаминодефицита. И препарат, который содержит жиры,
железо, содержит аминокислоты и микроэлементы, которые восполняют недостаток нутриентов, которые мы недополучаем ввиду нашего образа жизни, образа питания и так далее. Это поистине золотой стандарт выживания в мегаполисе и золотой стандарт, как обернуть природные силы на службу человеку. Друзья мои, еще больше личного общения со мной на моей площадке Instagram доктор Макарова.